соленые, полные зеленые, прочь минуты сонные за дном. Сегодня мы празднуем маленькую победу. Из разбитой, поломанной лодки, выброшенной волнами на берег, мы своими руками построили красавицу яхту. Пробное плавание на остров Адалары пойдут сами строители яхты. Лучших из них мы будем сейчас тренировать. Пионеры, берите пример со своих передовых товарищей. Крепче держите руль на учебу, на дружный коллективный труд. Да здравствуют ударники Артека! Товарищи, приступаем к тренированию лучших осводовцев. Товарищ Юдин, инструктор кружка. Лови! Хоп! Эй, капитан!
почитать Гулливера вслух. Давай, ребята, давайте Гулливера читать буду. Ну, ребята, тихо. Мой отец имел небольшое поместье в Ноттингемшире. Я был третьим из его пяти сыновей. В юности я занимался медициной, а затем плавал несколько лет корабельным хирургом. Однажды я отправился на судне «Антилопа» в Южный океан. Стояла бурная погода, огромные валы перекатывались через палубу, и ветер оглушительно ревел в парусах. Ух, я заметил корабль с черными парусами. Это были пираты. Их быстроходный бриг врезался в корму «Антилопы». Удар был так силен, что я перелетел через борт и упал на палубу пиратского корабля. Раздался страшный треск. Бедная старушка Антилопа шла ко дну со всем экипажем. Тысяча чертей, зверели пираты, шляются тут всякие старые калоши.
оружие! Машина шефа полиции. Шефа полиции? Шеф полиции, собственно. Ну, мы его обшли.
живая гора, гора дышит, она хочет пить. Ерунда! Врет курьер. Это новый курьер. Толпу убрать? Есть. Вещи в парламент. Ульвера. И... усыпить. Да-да. Сейчас увидим, сейчас. Снотворное. Ага. Подождите, не мешайте, не мешайте мне. Сейчас. Не беспокойтесь, хватит, качай. На конце, да. Ну, профессор, мы ждем. Это... Яху! Его величество думает. Ha ha ha!
Thank you.
Человечки. Живые. Да какие короткие. Да, мы кроткие. Но если ты будешь так громыхать, король придет в ярость. Ух, как страшно! Тише вы! Яно! Яниссимо! У нас лопнут барабанные перепонки! Ну ладно, извините, больше не буду. Туча! Ваше величество, помилуйте его. Он извиняется и больше не будет. Но где я? Кто вы такие? Слава для доклада королю! Мы великий, мы могучий, больше солнца, выше тучи. Но не бойся наших род, очень мирный мы народ. Мирный народ? Народа я не вижу. Одни солдаты. Солдаты? Солдаты для украшения природы. Солдаты для устрашения народа. Вот как? Вы, может быть, и меня тоже? Да-да, и тебя тоже мы принимаем нашим солдатам. Да-да, солдатам. Кто? Меня? Королевским солдатам дудки. Дудки? Какие дудки? Он согласен. Он хочет оркестр. Давайте ему дудки. Thank you.
лично прочтем и узнаем, кто он такой. Thank you.
очень подозрителен. Попробуем его отвлечь. А потом и привлечь. Закрытый концерт в честь нашего высокого гостя объявляю открытым. Королевский кордебалет. Алле, оп. Чего-нибудь повеселить. Пожалуйста, пожалуйста. Королевские карлики-микропуты. У вас карлики? Забавно. Никого пальцем не трогай. Я хочу знать, как
живет ваш народ. Народ? Пожалуйста, пожалуйста. Песня о том, как мы живем. Может быть, вы умеете петь вернее, а? Попробуем. Горн труби, мы дети народа, растем в мире труда. Грянь труба, под солнцем свободы, горит пионерская звезда. Горн труби, далекие страны, лети, наш клич вперед. Грянь труба, по всем океанам волна нашу песню понесет. Мы землю изменим труду полный разбег. Грянь труба, что в мире весеннем жил вольный счастливый человек. Такой ноты я еще не получал. Я говорил убить немедленно. Так и сделаю. Какие мелкие душонки.
немедленно приготовить партию орудий и снарядов против Гулливера. Будет исполнено, господин шеф полиции. Это ты меня разбудил? Тише, Петя! Кругом шпионы. Нас могут услышать. Откуда ты меня знаешь? По твоей тетради. А-а-а, по родному языку. Этот язык и нам родной. Я от рабочих подземного завода. Наконец-то! Ну, здравствуй! Петя, берегись. Тебя хотят убить. Итак, все в порядке. Снаряды будут. Прекрасно. А? А? Да. Что? Сто? Мало. 200? Мало. 300? Мало. А, 400? Ну так помни, завтра. Будь готов. Всегда готов. Боже мой! Живо сюда, ко мне! Слушаюсь. Гулливер знает все. Гулливера рабочие предупредили. Заморозили мерзавцы. Сюда, ко мне. Слушаюсь. Катастрофа. Как же теперь быть? Гулливера отправить, а рабочих? Рабочим? Пулеметы. Прекрасно. Thank you.
пионер. Гулливер не курит и не пьет. Но у нас такой обычай. Ну, если обычай. Жизнь готов. Ну, главного прикончили. Теперь на бунтовщиков. Thank you.
Ну, все кончено. Мы разбиты. Боже, храни трон. Боже, храни труд. Ребята, какие вы большие!